первую очередь хочу поздравить тренеров, спортсменов, молодежь с результатом, с медалями. Честно говоря, порадовали и показали хорошую, открытую борьбу. Да, там, понятно, кто-то проиграл, кто-то выиграл. Это спорт, это борьба. Надо дальше работать, провести работу над ошибками. Есть понимание, есть уважение друг к другу. И на ковре ребята это показали. Этот турнир сформировал сборную команду до чемпионата России. Есть ряд турниров, на которые будут определяться составы. Хотите узнать больше? Переходите по ссылке в описании к видео.